Привет, народ. Ну, в общем, мы приехали с Васей. Всем привет. Да, всем привет. Мы приехали в Алмату. Сейчас уже вышли с прямого эфира программы «Час пик». Я сегодня по большей степени отмалчивался. Сегодня у нас Василий там громил, бомбил. Вот, и всю эту алматинскую тусовку ставил на место. Потому что такое, знаете, получился между собойчик. Вроде канал такой республиканский, но почему-то обсуждались в основном. И в качестве примера приводились алматинские какие-то проблемы. Но нами приведен пример культурных карагандинских пешеходов, поэтому, дорогие друзья, будучи пешеходами, будьте культурны, потому что у нас закрепляется имидж культурных карагандинских пешеходов. Да, кстати, павлодарцев тоже отметили, что одни из культурных. Так что, павлодарцы, вы должны нам. Ну, а сейчас мы находимся в парке неизвестного имени. Вот такая вот сзади нас непонятное какое-то нагромождение. Вася тут куражится. Вот, грант, наверное, выиграл. По-тихому. Никому не говорите. О котором я почему-то не знаю еще до сих пор. Но он счастлив. Вот. Поэтому, ребят, сейчас идем. Будем такую экскурсию делать по городу, сами причем. Никого не будем просить. Вечером нас встретят наши участники нашего объединения, отвезут на вокзал. Тут кто-то лежит, Руслан Викторович, тут кто-то лежит. Да. Нужно писать жалобу. Да. Вот бичи каменные уже. Лежат уже. Может быть, это бичи, которые окаменели. Мумифицированные уже. Находка для археологов. Ну вот, сейчас пойдем покушаем чего-нибудь. И чтобы жизнь заиграла новыми красками. Вот. Ну, примерно так. Ну вот, ребят, сейчас только что мы вышли из кабачка. Алматинцы оказались очень гостеприимными людьми. Совершенно верно. И вот друг Василия нас любезно пригласил в кабачок, не помню, как она называется, потому что мы пиво сейчас только что выпили. Угостил нас шашлыком. Тортиком. Надо сказать, что очень такой вкусный шашлычок. И сейчас мы просто тупо вышли из кабачка. Друг Василия Олег. Вот, да. Олег пошел на работу, а мы, как два дурачка, идем просто вот в... Мы даже, азимут себе не наметили. Нет, Василий Александрович, вы свою физиономию спрячьте, а я вот сделаю вот так. Вот посмотрите, мы идем по тихим, вот этим самым настоящим улочкам Алматы, старой Алматы, которые так мне нравились и которыми гордились алматинцы, и которых, к сожалению, осталось не так много уже. Мы просто тупо идем, даже неизвестно куда, потому что у нас хорошее настроение. Мы точно знаем, что в правильном направлении. Ну, собственно, как всегда. А вообще, что это за район? Ребят, вы вообще никто не узнает, вот это, что за район? Это район поющих птиц? Нет. Здесь дубы. Кругом. Дубы, клены, смотрите, канадские клены везде. Да, канадские клены. Какие... Вот, и тепло. Ну, в общем, не знаем, где мы находимся. Просто понравилась вот эта улочка, мы в нее свернули и идем. Время у нас есть, все мы практически всю работу сделали, с нужными людьми встретились. Теперь ждем 17:00. Нас подберет теперь уже мой старинный друг Талга. Привет, Талга, себя потом увидишь. Вот. Он крутой у нас адвокат. Ну и там уже до вечера какую-то он уже программу нам нарисует. В общем, алматинцам я хочу сказать спасибо большое. Вы очень гостеприимные. С вами приятно иметь дело.
Ребят, я сейчас, смотрите, иду, и сейчас увидел вот такую вот шикардосную просто Вольву. Я даже не знаю, сколько она тут столетий стоит. Вообще старенькая 960-я Вольва. Вот давайте я вам покажу, как это все выглядит. Всем любителям Вольф. Так. Это вообще жесть. Она лет 300 стоит. Да. В каком она состоянии? Неужели тебе позвонили? Неужели ты доступна? Офигеть. Во-первых, я эту машину не видел уже миллион лет на дорогах наших казахстанских. Ну вот так вот. Очень интересно. Вот так. Брошенная, в общем, машина. Доживает свой век. Жаль, когда-то была очень солидная машина. Ну ладно, идем дальше. До сих пор не знаю, в каком я районе, но куда-нибудь выйдем. Там какая-то впереди улица сейчас. Посмотрим. Встретил меня мой друг Талга Байкенов, адвокат с Алматы. И мы сейчас сидим в кафе в парк Атакент, да, по-моему, он называется. К сожалению, сегодня у нас заканчивается уже вечер. И сейчас за нами приедут и отвезут нас на вокзал. И мы опять поедем в Караганду. И сейчас вот обсуждали с Талгатом, сейчас он выйдет, о моем переезде в Алмату. Ну, люди хотят, чтобы я был в Алмате. Вот Василий Александрович, он Талга идет. Что-то там. Это Талга. Привет, скажи, Талга. Привет. Это вот мой друг, мой однокурсник. 1000 лет мы дружим. И вот он нас встретил. Так, это пиво, но мы не за рулем. Талга свою машину поставил. У тебя ты безалкогольно заказывал? Но все равно не садись, да? Вот. Все, алматинцы вообще молодцы, классные ребята. Сегодня нас всех встретили, что друг Василия, что мой друг Талга Бакен. Кстати, один из лучших адвокатов Алматы, не фейсбушных адвокатов и каких-то там соцсетях, а реальный адвокат. Поэтому, если кому нужна в Алмате юридическая помощь, обращайтесь, всегда дам его контакты. Ну, сейчас все, мы потихонечку заканчиваем вечерок, сейчас за нами приедут и отвезут на вокзал. И встречай, Караганда, зовут в Алмату, и прям вот я уже прям думаю, а не переехать ли в Алма-Ату. Местная полицейская служба МПС Алматы. Возможно, встречайте. Мы будем скучать. Ну все. На сегодня все, ребят. Давайте увидимся, может быть, на вокзале. Все, всем пока. Увидимся. Ребят, все, вот сейчас. Так, изображение не очень, да, наверное, хорошее. Заканчивается наша эпопея. Заканчивается наша эпопея сегодняшняя в Астане. Очень плодотворная такая встреча с друзьями, знакомыми, с участниками объединения. Вот, спасибо большое Денису. Денис, привет. Да, передавайте. Вот, алматинцам огромное спасибо за гостеприимство. Прям, ну, очень приятно, тронуло все. Покормили, покатали.
поговорили. Ну, в общем, супер, супер. Есть планы определенные, но пока не буду рассказывать о них. Сейчас едем уже на вокзал ЖД вокзал Алматы-1 едем. Все, мы успеваем. 10:30, 21:30. Все, мы выезжаем с Алматы в Караганду. Сегодня у нас с Василием Александровичем. Вася, покажись. Бонжорно. Вот, да, вот с этим итальянцем у нас сегодня предстоит еще разговор. В общем, будем думать о том, чтобы осваивать Алмату. Вася. Непременно. Алмата, держись. Мы едем. Вот так. Короче, алматинцы, рахмет. Увидимся в Караганде. Пока-пока, увидимся.